Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 6, урок 25. Реши примеры и проверь с помощью числового отрезка, что ты замечаешь, а затем составь свои примеры с такими же ответами. Итак, первое выражение. 5 прибавить 2 будет 7. 7 отнять 3 будет 4. 4 прибавить 1 будет 5. И 5 отнять 2 получится 3. Второе выражение. 6 минус 3. Встали на цифру 6. Отнимаем 3. Получается 3. 3 прибавляем 5. Получаем 8. 8 отнимаем 7. 1. И 1 прибавляем 2. Ответ 3. 9 минус 2 будет 7. 7 минус 1 будет 6. 6 минус 5 будет 1. И 1 прибавить 2 получится 3. Последний пример. 8 минус 4 будет 4. 4 минус 2 получится 2. 2 прибавить 0 будет 2. И 2 прибавить 1 будет 3. Нетрудно заметить, что ответы у всех четырех выражений одинаковые. В ответе получилось 3. Наша задача составить свои примеры с такими же ответами. Ну, например, составим такие выражения. 7 минус 3 – 4. 4 плюс 1 – 5. 5 прибавить 2 – 7. И 7 отнять 4 будет 3. 9 минус 2 – 7. 7 минус 1 – 6. 6 минус 5 – 1. И 1 прибавить 2 будет 3. 6 минус 3 получится 3. 3 плюс 5 – 8. 8 минус 7 – 1. И 1 плюс 2 – 3. 8 минус 4 – это 4. 4 минус 2 – 2. И плюс 1 – 3. Вы можете сами придумать свои выражения, и чем длиннее вы их составите, тем лучше. Возникли вопросы? Оставляйте комментарии под видео.